Добрый день, меня зовут Вадим, и сегодня мы поговорим о новом луке Mark Deluxe от компании Gera & Company. Это топовый лук в линейке луков Mark. И анализируя его внешний вид, его смело можно называть Deluxe. Ну что же, давайте распакуем чехол и посмотрим, как выглядит этот лук. Ну что, давайте же попробуем натянуть этот прекрасный лук. Первое правило – это выровнять тетиву по нижнему краю лука. Переступаем его, балансируем по центру лука и одновременно, сгибая два плеча, одеваем тетиву. После того, как одели верхнее плечо, не отпускаем лук, проверяем нижнее плечо. В данном случае все у нас получилось отлично. Лук натянут и готов к работе. Итак, Mark Deluxe отличается от предыдущих своих моделей наличием на внутренней и внешней стороне лука дорогого шпона из американского ореха. Также наша компания предлагает возможность клиенту заказать ручку из композитных материалов. Пример этому является лук, в котором два слоя затемненного ясеня и один слой светлого ясеня. Mark Deluxe существует в двух вариантах, в базовой 58 дюймов и 60 дюймов. Также существует плюсовая модель 64 дюйма. Друзья, спасибо, что посмотрели наш обзор. Подписывайтесь на наш канал Gera & Company, ставьте лайки. Всем удачной стрельбы!